Всем привет! Я решил теперь делать обзоры только на задротские игры. Как понять задротские? В которых я много, допустим, играю, и любой другой человек бы мог бы в них много играть. Если вам надоел Angry Birds, кстати, он был бесплатный, может быть сейчас бесплатный, и такие прочие уже известные игры, то пора бы переходить на прочие неизвестные игры. Недавно я скачал игру Traffic Racer. Так вот, в этой игре очки набираются, ну, очень медленно. Это просто, ну, невозможно, скажем так. То есть, когда ты хочешь, чтобы, ну, обычно в играх, типа, все побыстрее, нас вот тут как раз-таки полная противоположность этой игре. Звук я, наверное, отключу. Батарейка, чтобы не сажать. Так, вот, вошли мы в мой гейм-центр. Играю я на айподе. В основном она не лагает. Когда же она начинает лагать, то я перезагружаю устройство, и все вполне нормально. Так, покажу вам свою коллекцию машин. Вообще, что это такое? Это игра, когда вы только в нее заходите в первый раз, у вас есть эта машина, вы можете менять ее цвет, зеленый, черный, вы можете менять ее колеса, то есть сделать мега крутые диски. Но по истечении времени у вас набираются вот такие вот монетки. Сейчас. Сфокусируется. Вот такие вот монетки, они называются кэш. Ну, деньги. Их можно купить, но это разработчики, я понял, почему она же вроде еще и за доллар. Это игра за доллар, хотя разработчики еще и продают монетки. Так вот, о чем я? Я купил уже три машины, и, если честно, я полный дурак. Да, я полный дурак. Нежели чем покупать эту и эту машину, я бы мог купить сразу это. Но ведь я долбоёб небольшой. Теперь я решил копить на этой машинке на самую последнюю. Да, это возможно. Возможно купить вот эту крутую Toyota Supra. Действительно, это реальный автомобиль Toyota Supra. А вот тут мы видим грузовик. Грузовик стоит 95 тысяч. Я не понимаю, почему он так стоит. Но это, видимо, когда ничего не хочется, ну, точнее, ты хочешь играть в игру, у тебя есть лишние деньги, по истечении долгого времени ты их набирал, то, конечно же, почему бы не купить этот грузовик. Что ж, давайте прокатимся. Вот такие вот модельки. Красивые модельки. Все, кстати, модельки, возможно, это и реальные машины. Ой, извините. Так, давайте посмотрим теперь. Тут есть 4 гейм-мода. Это первый, точнее, четвертый фри-мод. Вообще, нахер он нужен, души не ему. Так как в игре постоянно требуются очки. Они постоянно требуются. И чтобы их копить, желательно ездить вот на этом. То есть, ну как, если ты просто хочешь покататься от балды, да, то желательно ездить на этом. Если ты хочешь подработать быстро очков, то Time Trial для вас как раз таки там, если ты умираешь, ты едешь дальше. И вот за 100 секунд, грубо говоря, ты там набираешь определенное количество очков, соответственно, эти очки переводятся в деньги. И вот это двухстороннее движение, это одностороннее движение. Прокатимся по односторонней, есть три трассы. Больше разработчики пока что не добавили, возможно, пока что. Зима, как бы лето и вот что-то типа, я даже не знаю, чем сравнить, Сидней, наверное, вот так вот с этим городом поступим. Вот мы начинаем ехать. Во-первых, управление тут акселерометром или гидроскопом, я точно не знаю, скорее всего, гидроскопом, так как, когда есть, да, гидроскопом, так как акселерометр только в двух плоскостях, а гидроскоп в трех. Что ж, можно набирать очки, в принципе, так. Поставить на зарядку iPod и раз в минуту, хотя можете сделать так, чтобы подсветка не отключалась, у вас, как видите, будет прибавляться дистанция. За дистанцию, ну, то есть сколько метров вы проедете, вы получаете тоже определенное количество денег. Ну, давайте посмотрим, как это вообще. Цель у нас вот сейчас, давайте, ну, 20 тысяч. 20 тысяч очков. Вот они очки, скоро. У меня подлагивает, потому что у меня еще запущено пару приложений. Господи, это жестко лагающий, нужно перезагрузить iPod. Вот сейчас норм. Как бы еще в игре есть тормоз. Зачем? Он, конечно же, всем понятно, чтобы делать вот так. Когда вы в исключительных ситуациях, конечно, если ты уже разогнался, то не бывает. То есть есть, как бы сказать, случаи, варианты, чтобы ты поехал дальше с той же скоростью. Но это сложно. Действительно сложно. А так вот легче нажать просто на тормоз и, соответственно,
Поехать дальше. Игра очень задротская, и вы увидите, сколько я сейчас наберу вот за один такой присест. Очко, точнее, денег. Все эти очки вообще не важно. Важно то, что я еду. Так как это объяснить? Тут есть high speed, эта фишка называется. То есть, когда вы едете больше 100 км в час, учитывается время, с которое вы ехали с этой скоростью. Оп, все, я умер. Вот видите. Учитывается время, с которой скоростью я это ехал. А ехал я ровно 58,8 секунд. То есть статистика тут хорошо работает. Также количество раз, которые я обгонял с high speed, то есть 11 раз я обгонял машину на скорости больше 100 км. И полная дистанция, которую я проехал. Получил 13 тысяч очков и 442 доллара. Мой рекорд это где-то 80 тысяч очков, хотя у меня было 100 тысяч, но просто по деньгам 80 тысяч очков и 2600 долларов. Вот. Кэш. Можно нажать рестарт, соответственно, вы нажмете гонку заново, вся эта лабудень сохранится, ну, то есть деньги появятся у вас уже на счету, скажем так. Я мечтаю вот эту вот прокатиться на максимальной скорости, черт, я побрал. Видал видео вот с грузовиком, честно, меня что-то не впечатлило, то есть грузовиком в пол трассы и очень сложно, то есть по хардкору на самом деле. Ну, в принципе, это все. Тут также имеется, ну, можете отправить твит в Facebook об этой игре, то есть, кто ее делал и так далее. Сайт у них тоже свой есть. Вот, места. Не знаю, если не вылетит, то покажу. Игра интегрирована с гейм-центром. И ебаный сраный в рот. Это ж пиздец. Это, сейчас скажу, это единица с тысячи, миллионы, миллиарды, триллиарды, триллионы, триллиарды. И это даже не знаю, ди миллиард, блядь. Да ну его нахуй. А, кстати, это баг. Как мы видим, это баг. Вот все эти пять пидорасов. Видите, у них у всех одинаковое количество очков. Поэтому, ну, действительно, пидорасы. 2 миллиарда 147 тысяч. Опять же, трое сразу идут. Не знаю, верить, нет. Ну, вот 188 миллионов я уже могу поверить. Действительно, 188 миллионов. Это, мне кажется, часов 5 игры. То есть, как мы видим, ну вот, в принципе, вот, начиная отсюда, можно верить. Всем остальным, те пидорасы и хуесосы. Вот. Вот это вот настоящая статистика человека. То есть мы можем на нее зайти. Как бы, заработано 7 января он это получил. Так, 55 тысяч человек играют в эту игру. 57 тысяч. Неплохо, я хочу сказать, разработчики срубили. Вроде доллар или два стоит такая игра. Она совместимая с iPod, iPhone и iPad. Соответственно. То есть, ну вот на 25-м месте уже 500 тысяч. Я на 5261. Да вы охерели. У меня было больше очков. А, постойте. Быть может, это количество денег заработанное? Или в свободной игре я не пойму. Ну, не знаю, честно, я набирал гораздо больше. То есть, может быть, количество денег это заработанное в этой игре. Это вполне тогда возможно. Но я вас уверяю, дорогие друзья, я набирал 90 тысяч, это точно, вчера буквально. Странно. Не знаю, может быть, потому что я не был в интернете или. Ладно, не знаю, какие причины, но что-то у меня плохая статистика. Что ж, а за сегодня у нас топ 391 тысяча проехал Андрей Осипа. Ну, поздравляем, Андрей. Что ж, это, пожалуй, все. Об игре рассказал я все, что мог. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока-пока!